Кость, ты сегодня забил алюп, и вы проиграли. Какой баланс эмоций? Положительный. Мы сыграли хорошо. Я люблю свою команду. А любишь алюп забивать? Это я люблю больше всего на свете. Даже больше блокшотов и 25 подборов. Понятно. Как играют? Что скажешь, не хватило? Я думаю, мы просто не доиграли, не хватило силы скамейки, на мой взгляд. Первую половину мы держались уверенно, и у нас было постоянное отставание в 5, 4, в 3 очка, вот так вот. И были качели такие. Был момент, когда мы догнали, но не хватило чисто физухи, это на мой взгляд. Парни хорошо играют, как базара нет. Ладно, успех. Спасибо, всего доброго.